Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, продолжаем играть в игру «Зло внутри», вторую часть. Ну что ж, надо, по-моему, выбираться отсюда, из этих компьютерных порталов. Все-таки мы уже были в оружейке, оружие набрали. Все, и пора идти уже делать основные задания. И нам нужно двигаться вот. Так, это у нас убежище, но по идее сюда необычный сигнал. Так что дорожка будет у нас идти в ту сторону. Сидор Авеню, 322. Ну, насколько я помню, здесь мы всех убили, никого не должно быть. И вроде бы как все собрали. Опа! Кто его затащил и куда? Не понял я. Да открывайся это уже. Ё-моё, ты смотри, что, а, происходит. Честно говоря, я такого не ожидал. Ну что ж, давайте убьем ее. Прям в чайник. Хедшот называется. 100% попадание и 100% смерть. Вот мне интересно, для чего... О, ё-моё. Хорош так пугать меня, жирный. Достал уже. Мне вот на самом деле интересно, для чего они трупы собирают в кучу. По идее, обратить их уже нельзя. Если только жрать. В общем, надеюсь, в скором времени мы узнаем. Ёлки-палки, как мне далеко идти? Бежим потихоньку, чтобы... О! Порох стопудово. Надо разбить окно, скорее всего. Да куда ты полез, а, Себас? Ну хорош, завязывай уже. Так, опять какой-то сигнал мы получаем. Не понял. Оно идет. Оно идет. Стены не остановят его. Двери не остановят его. Ничто не... Это где-то вот здесь у нас, да? Непонятный резонанс, а женский голос. Этот звук не похож ни на что. Ну, вроде бы это недалеко, где-то здесь находится. Так что должны добежать быстренько. В принципе, по-моему, вот в этом доме. Так, что у нас тут в помойке есть что-нибудь? Давайте глянем. Мусорщики, а? Смотрите, порох. 139 уже у нас. Так. Гель пригодится. Уже 7300. Я вижу топорик на воротах. Ну, да, у нас максимум. Жалко, что он не может брать с собой 2-3 топора, а только один. Но зато 5 бутылок таскает. Так, не понял. Так, это опять голос девочки. Вот в этот дом нам нужно попасть как-то. Дайте-ка я эти ящики все покрошу. В них, как видите, детали для оружия лежат. Ну, в принципе, и все. Ну, здесь тоже много вкуснятинки. Порох. Так, детали. Но это нам здесь не нужно. Открываем. Хотя эта дверь, по-моему, ведет на улицу. Да, верно. И толку от нее. Не знаю. Значит, мы со стороны улицы не могли бы попасть, а со стороны дома вполне. Ух ты. Плюшки везде просто лежат. О, и полицейские. Что у тебя? Патроны, наверное, как всегда. О, для дробовика. Вот это вот хорошая новость. Сейчас, в данный момент, дробовик у меня лучшее оружие. О, красавцы идут. Да-да-да, идите сюда, голубчики мои. Конечно. Ты будешь первый сейчас. На-ка, выкуси. О, жирный с этой. Блин, поджег меня. Или нет? Ух, нет. Давай-давай-давай, иди сюда. Куда это ты... Эй, голубчик!
Какого лешего еще... Перезарядка была. А теперь выкуси. Смачно моего, да? Благо, бутылок здесь очень много. Ух, порох, порох. Надо будет, если что, потом наделать еще патронов для дробовика. Немножко я, по-моему, отдалился от своей точки. Надо как-то... Жаль, нельзя поставить эту, как она называется, контрольную точку, и чтобы по карте у тебя было показано, куда идти. Так, а здесь я что-то пропустил. Дымный порох. Да елки-палки, опять не туда бегу. У нас здесь растение, давайте заберем его. По-моему, вот в этом доме. Здесь был женский голос. Главное нам найти или успеть спасти эту девушку. В общем, кто здесь будет. Оу, а вот и женщина, по-моему. Не выжила, как мы видим. Ладно, давайте тогда глянем. Да, все нормально. В этом доме у нас все должно было происходить. Кто там воет, а? Ну-ка, давайте глянем, что здесь у нас происходит. Но почему-то я не вижу здесь этих теней. Зато какой-то блокнот. Надо будет на досуге его почитать. Нажмите Tab. Что происходит? Здравствуйте, приехали. Это последняя запись в дневнике, сделана дрожащей рукой. В этом доме кто-то есть, кроме меня. Я никого не вижу, но я чувствую присутствие. В общем-то, я и не хочу никого увидеть. Снаружи слышно этих ужасных тварей, они повсюду. Я боюсь выходить, но и здесь оставаться тоже боюсь. Я дрожу, но не от страха. Почему вдруг стало так холодно? Что-то мне подсказывает, что это какой-то полтергейст. Холодно. Ага, тебе тоже стало холодно, да, Сибас? Точно, смотрите. Нафиг, может, отсюда пора нам сматываться? Надеюсь, мы здесь никого не увидим и нас никто не потревожит. Смотрите, ледяной туман. Оу! Зашибись. Ё-моё! Какого хера? Какого хрена происходит? Это что, у нас первый босс, что ли? Или кто это такая? Что за тварина? Ядрить ее на корень, а? Оно идет за мной. Надо отсюда выбираться. Ну давай сюда тогда ломанемся. Черт, пропуск нужен. Ну, как всегда. Пригнись ты, блин. Ну что же, получается, что она будет, наверное, за мной ходить или искать меня? Куда ты там? Я даже не знаю, что ей делать. Смотрите-ка, куда она поперла. Ей по большому счету даже на меня пофиг, пока она меня не видит. А ну-кася. Смотрите-ка, по барабану. А если я здесь спрячусь? Пройдет она мимо, интересно. Я очень сильно рискую. Ёлки-палки, мотаем отсюда. Не получилось. Фокус не удался. Я не могу понять, она за мной бежит или что?
Опять она меня из виду потеряла. По большому счету, если это полтергейст, как же мне с ней бороться? Бесполезно. Я же вам не охотник за привидениями, в конце концов. А чё она все трется-то возле той комнаты, а? Почему она так для нее важна? Может быть, там лежит пропуск от этой двери, в которую мне надо смыться? Хорошо, поиграем тогда в кошки-мышки. И первым делом мне нужно как-то ее обмануть или выманить сюда, забежать потом в ту комнату, по-быстренькому ее прошмонать, открыть двери и сматываться. Вот таков мой план. А она что там делает сейчас? Выходить собирается или что? Еще эти радиопомехи идут. Идет сюда, да? Ёлки-палки, давай сматывайся. Себас, давай-давай, выходи. Да я не пойму, что она там мудрит, блин? То выходит, то не выходит. Опять ушла в ту дальнюю комнату, да? Или нет? Точно, стоит вон она. Так, сматываемся. Беги за мной давай, чувырла. Не хочет. Блин, как же быть, а? Она не хочет отсюда выходить. Так же она меня туда не впустит. Во-во-во-во-во-во-во, иди-иди сюда. Иди сюда, может быть, в поле зрения быть у нее, а? Так. Ну, иди. Да что ж ты будешь делать? А ну-ка. О, она ушла в ту комнату. Ну-ка, давайте-ка по-быстренькому. Главное успеть найти здесь. А, тут еще вот как она. Это поможет выбраться. Пропуск в закрытую больничную палату. Эта карточка откроет заблокированную дверь в больничной палате. Почему-то кажется мне знакомой. Хорошо, тогда давайте мы сюда переползем. А ее здесь уже нету, смотрите. Она, видимо, пошла туда. Я не удивлюсь, если она сейчас будет даже уже в зале бегать. Там, где дверь, которую мне нужно открыть. Вот хрень, а. Тут ничего нету, пусто. Опа-на. И где же ты? Ну, я так и думал, что она будет именно там теперь. Это, видимо, так сделано специально. Вон она, давайте быстрее пробегаем. Черт, идет ко мне, да? Такая безмятежная, ходит, напевает песенки. А я тут, видите ли, должен прятаться. Давай, иди туда, где ты была до этого. Ну что, вроде бы обманули ее. Чё за хрень? Чё это такое? Мне что, все это привиделось? Нет. Это было... Что это было? Все по-настоящему или только кажется? Что-то лежит на столе, я вижу, и, по-моему, это слайд. Реликвия прежних времен до мобильных телефонов. Такие встречаются разве что на старых чердаках и антресолях. В общем, понятно. Это у нас второй слайд из 11. И надо будет потом его посмотреть, что там запечатлено. Все, теперь идем сюда.
улице тишь и благодать. Все, теперь пряменько. Че такое? Не понял, что с машиной? Что за хрень? Ух ты! Ты смотри-ка, а? Под машиной валялась, тварь. Значит, здесь еще вот так вот могут они делать. Прятаться под машинами. Хорошо, запомним. Блин, вот этот гад встанет или нет? В данный момент я ничего не могу сделать. Не раздавить его, не убить. Тихо, не ори. Кто-то меня палит. Не вижу никого. Ага, ну смотрите, ребят, видите? Все-таки встает, гад. Да куда тебе там до меня, а, сынок? Ожил он, блин. Так, порох, а здесь у нас гель. 500. Довольно неплохо. Надо еще пробежать немножко. Мне вот кажется подозрительным, что столько много растений здесь лежит. Наверное, будет жарко в скором времени. И мне понадобятся лечебки. И очень много. О, надо забрать отсюда ключик обязательно. Ну, так, отлично. И растения. Автопочинка у нас здесь, да? Убит сотрудник Мёбиуса. И где же он? Ага, вот, рядышком. А сколько тут этих сотрудников-то? О, а вот это вот мне не нравится, ребята. Чувствую, здесь зомбарь не один в этой машине сидит. Где же ты, коп? Компания Митчелл и сыновья. О, смотрите-ка. Теперь эти гады у нас в поездах лазят. А вот и полицейский. Ну, иди сюда, красавчик. Что ты там высматриваешь, а? Дурик. Блин, а. Им надо сразу в голову стрелять. Оу, щит. Да елки-палки, опять этот жирный кабан. Да уйдите от меня. Вик, давай-ка вот здесь постоим. Выходи. Где он тут? Ну я знаю, что там еще один остался. Вот он. Да-да-да-да-да-да-да. Готов, паразит. Гель, сколько даешь, жирный? 200, маловато будет. А с тебя соточка, наверное. Нет, 300. Я уже тут аккуратничать буду. Смотрите, лежат. А живет, нет, я даже не знаю. По крайней мере, как будто просто макет. А что я тут ищу? А, ну ладно, сделаем, короче, зачистку. По максимуму. Все, сюда нельзя пройти. Чисто.
Ого, как я далеко ушел. Надо возвращаться. Давайте вот так по прямой побежим. Как раз нам в том направлении. И... Кстати, можно вот сюда еще залезть, посмотреть. Ну, как я понимаю, вот эти вот люди мертвые, они не оживают, оживают именно твари. Где? Вот здесь у нас. В принципе, совсем недалеко. Где эта точка резонанса? А там что, опять трупец лежит или нет? Ёлки-палки, что опять произошло? Да ладно. Черт подери, хорошо, что она там где-то, а? Вот чую, что это будет очередной босс. Точка резонанса совсем близко, где-то вот здесь. Похоже, знаете где? Это в самом поезде. Сюда нам не забраться, значит... Значит, давайте обойдем и с той стороны, наверное, залезем на поезд. До сюда добежим. Так, здесь нельзя, да? Нет. Вон там как раз выбитая дверь, сейчас по ней поднимемся. Что опять происходит? Ага, вот в эту сторону нам нужно идти. И вот она, тень. Как раз точка резонанса. Коммуникатор сейчас используем. 500 геля. Неплохо. Красный гель. Непонятное вещество кроваво-красного цвета. С его помощью открываются заблокированные ветки улучшения навыков. Ага, вот даже как. Короче, ребят, смотрите, житель Юниота, да? Мне такое впечатление, что здесь был целый город. Пускай искусственно созданный, но в нем жили люди. И по ходу дела опять какой-то решили сделать здесь эксперимент. Он, как обычно, провалился. И какие-то чувачки начали вырезать просто-напросто этот город. Ну, а мы в этой истории крайние. Справиться никто не может, естественно. Себас, помогай, выручай. Бравый ты наш солдат. А оно нам нужно? Если бы не дочка, я бы, наверное, сюда бы хрен бы пошел. Юнион, автомастерская. Необычный сигнал. Что это? Слушайте, не надо только привлекать внимание вот этих вот зомбарей.
Или это кто-то мне сигналил? Странно, а как мне тогда... Блин. По идее, нам, наверное, сюда зайти. Запал. Смотрите, тени стоят. Так, металлическая трубка. Кто тут стоит? Что это такое? А, детали оружия. Еще детали. Что-то возле счетчика делает. В подвале есть какие-то припасы? Нужно спуститься вниз. Интересно, а где подвал? Новый сигнал. Джеймс, где тебя черти носят? Дуй к туристическому центру. Ты мне не поверишь. Туристический центр. Так, значит что? Мне нужно здесь найти кого-то в подвале. Точка резонанса. Не понимаю. Не направляй эту штуку на меня. Мы же лучшие друзья. Я не понимаю. Очень странно показано где-то здесь. Убитый сотрудник Мёбиуса. Патроны для дробовика. Да, понятно, что ты ни хрена не понимаешь. Я тоже не понимаю. Где-то здесь должна быть точка резонанса. Я прям на ней нахожусь, но нифига не происходит. Может быть, где-то здесь есть дверь потайная. Нет, абсолютно ничего нету. Это на выход. Давайте откроем, посмотрим, кто здесь, а? Была, не была. Дробовик у меня с собой, если что. Ай, один патрон, правда, в нем. Ёлки-палки! Давай, давай, Себас! Да ладно, ты уже, блин, раненый. Так, фигня полная, блин, дайте мне. Так, надо. В принципе, подлечка-то сейчас нам ни к чему. Ты можешь бежать быстрее, а? Бежишь, как в штаны наложил. У тебя выносливости дофигища просто. Ох, сейчас. Так, один готов, отлично. Фак тебе, блин, а? На, блин. А, мешается. Как я мог промахнуться топором? Вот, отлично. Ножом, ножом, ножом их. Да иди ты, толстый, от меня.
Все бутылки так на них потрачу. Так, давайте уколемся. Вот отсюда вот самое то. По крайней мере на расстоянии. Иди сюда, толстый. Ну давай, что там стоишь-то? С топором, блин. Все, да выделывались. Возьмем топорик, он нам пригодится. Гель 300. Кстати, 10 тысяч уже геля накопил. Ух ты, а это что такое, смотрите. Какой-то скелет ходит там вдалеке. Причем дымит. Ёлки-палки, сколько геля. Надо будет обязательно мне слетать и повысить себе навыки. Ладно, здесь, короче, мы с вами открыли тачку, разобрались с этими зомбарями. Давайте тогда, наверное, залезем и посмотрим, что тут у нас за ящик такой стоит. Что в нем хранится. Так, патроны и, блин, аптечка. Ну, у нас максимум. Всего одну аптечку, что ли, можем носить или две? Ну, давайте посмотрим тогда здесь, снаружи. А это что у нас такое за аппарат? Fuji Dew. Взять. Зеленый гель, 300. Неплохой аппаратик, я думал, кофе даст. Так, опять у нас компания Митчелл и сыновья. Здесь мы уже были с вами. По идее, мы это здание с вами обежали полностью со всех сторон. Снаружи ничего нету, это явно. Внутри тоже нету. А так я смогу, интересно? Ух ты, могу. Ящики давайте разбивать. Что тут у нас? Порох. И все, да? Я вижу гвозди. Давай ты забирайся, Сибас. Для изготовления шрапнели. Ну, до этого мы еще не доросли. Мы не можем ее делать. Так что пускай пока лежат в заначке. Что там у чувака в руке, я не пойму. Мне эта штука нужнее, чем тебе. Ух ты, ствол новый. Да отдай ты его, все. Опа. Какого лешего ты тут делаешь, тварь? А, Д. Ага, скинул. Скинул говнизию. Куда ты побежала-то? Вот так вот, разговор будет короткий у меня. Пистолет с лазерным прицелом. Полуавтоматический пистолет с лазерным прицелом для точной стрельбы на большой дистанции. Это хорошо. Вот это уже другой разговор. Надеюсь, этот пистолетик еще и бомбит не по-детски. Так, давайте-ка глянем. У нас полуавтоматический пистолет в данный момент. А как я могу... А, вот, три вида у нас. С лазерным прицелом. Чё-то, подожди, чё-то я не то, по-моему, делаю. Давайте сменим тип. Это у нас R. И вот этот вот поставим, например, вот сюда. На кнопочку 6. О, ну теперь я точно вспоминаю игруху Resident. Эх, прям аж ностальгия взяла. Какая там, по-моему, четвертая часть, когда он ходил с лазерным прицелом. Вид с плеча. Ну да ладно. Сейчас мы проходим совсем другую игру. И вот где эта гребаная точка, а? Бутылки, кстати, они мне нужны. Очень хорошо помогают против зомбарей. Чтоб тебя не схватили. Блин, я уже столько времени здесь потратил. Но зато приобрел, смотрите-ка. Ствол. Так, что тут у нас? Геля очень много нашел здесь. Запчастей всяких.
А так бы, возможно, я бы просто пробежал, и все это бы осталось здесь, в неведении. Нет, ребята, это должно быть где-то внутри. Снаружи абсолютно ничего нету. Показывает куда-то вовнутрь. Ну куда? Причем куда-то вниз, как будто в подвал. Но там нет никакого подвала. Что у нас здесь, я смотрю? Ну вот машины у нас стоят. Здесь ничего включить нельзя. Это у нас как бы кабинет. Ничего отодвинуть не могу. Так, это уже совсем другая волна. Я тоже не понимаю вот этого. Я не понимаю, блин. Лучшие друзья, куда мне идти? Показана стрелочка вниз, то бишь, как будто бы в подвал надо идти. Подо мной куда-то. Но как мне туда попасть, пока ума не приложу. Что тут вообще происходит, а? Волна на волне волной погоняет. Все друг друга перебивают. Я ищу тебя по всему городу. Черт, Джон. Что ты здесь делаешь? Ты не должен был это видеть. Я не понимаю. Что? Я не понимаю. Не направляй эту штуку на меня. Мы же лучшие друзья. Такое впечатление, что кореш грохнул своего кореша. От недоверия или от чего-то там еще. В общем, мы этого не узнаем, потому что мы не можем найти проход вниз, в этот, в подпол. Можно так сказать, и даже в яму. А она должна быть здесь, это же все-таки автомастерская. Ладно, давайте тогда, наверное, побежим с вами обратно. Необычный сигнал, какой-то там Нейл, или как его там звать, вызывал нас. Тут бесполезно тратить время. Так, давайте еще раз глянем, в какую сторону. Ну, в принципе, по прямой, по этой улице побежим. И как раз должны будем выбраться. Где, где эти твари орут? Так, вижу. Че, заметили? О, заметили, по-моему. А, нет, это... Ты смотри, а. Убили бедного жителя. Так, надо кого-нибудь здесь грохнуть. Так, бежит, 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 смотри. Мимо. Отлично. А этим пофиг. Говорили, надо быть тихо, чтобы они вас не услышали, а то побегут. Им пофиг на все, абсолютно. Сколько геля? 200. 11500. Недурно. Надо будет как можно быстрее это все потратить. Что, что, что там опять? Точно, блин, непонятный резонанс. Убит сотрудник Мёбиуса. Откуда они здесь вообще берутся-то, эти сотрудники? Убитый сотрудник. Рядом еще один убитый сотрудник. А может быть... Что-то оборачиваешься, не могу понять, а? Себас, неужели кто-то идет за нами? Ты смотри-ка, точно! Оу, щит. Воу-воу-воу-воу. Готов. Что у него там выпало? По-моему, порох. Спасибо, дружище. Плюс 9. И в общей сложности 197. Интересно, сколько мы сможем наклепать патронов себе? С этого добра. Максимум я могу с собой носить 7 патронов. Согласитесь, это ничтожно мало. Как-то надо увеличивать себе этот рюкзак.
Тут бы можно было побольше всего этого носить, хлама. 7 патронов, этого мало, нужно двадцаточку хотя бы. Да и то мало. Пока мы в этом городе, монстры здесь еще такие, довольно слабенькие. Дальше, я думаю, будут... Ого-го! Просто так уже не побегаешь здесь. Надо будет скрытно все это делать. Потому что не зря здесь развиваешь скрытность. Она тоже будет как неотъемлемая часть игры. Так. Детали оружия, это хорошо. Чем больше, тем лучше. Ага, вот мы, в принципе, и подошли. Юнион. Где-то здесь. Юнион центр. Так, пустая бутылка. Вот здесь, по ходу дела. Что это за здание такое? Боже, прости меня. О, Господи, умоляю. Я согрешил, но только не это. Умоляю я. Боже, прости меня, мои грехи. Боже, прости меня. Пожалуйста, умоляю. Господи, прости меня. Здрасте. Боже, прости меня. Все нормально? Боже, Боже, прости меня. Боже, Боже, умоляю тебя. Это что еще такое? Оу. Охренеть. Ну, конечно же, Себасу надо проверить. Бу! Оу! Ага, вот оно что. Ну ладно, давай потанцуем. Черт, тебя подери! Руки убрал от меня, тварь! Дай-ка... Опс! Патроны кончились! Дайте мне хоть что-нибудь! Да блин, я в кнопках запутался! Топорик вовремя сработал. Блин, надо запомнить, на каких кнопках у меня что стоит. Дробовик на кнопке 5. Пистолет на 6 кнопке и на 1. Так, ну что, пойдемте, наверное, добьем, если кого осталось. Или все дохлые. Гель 300. 200. Порох десяточка. Аж бурлит там весь, смотрите. Шприц. И растение. Оу. Ключик там как раз пригодится. Тут вроде вот так можно. А падры, похоже, не из слабаков. А, якобы падра заколол этого зомбаря, да? С одной-то стороны он молодчик, но в то же время почему-то он обратился. Видимо, был или укушен, или еще что-то в этом роде. Ну, а нам нужно двигаться вот сюда, в эту точку. Я думал, что мы зашли уже, а оказывается, это была церквушка. Ух ты, еще ключик. Что-то мне везет. Ключи от шкафчика. Так, по-моему, сюда, да? Да, именно. Чё-то я не могу понять, а что это за здание? Тихо,
Тихо. Только этого мне не хватало еще здесь. О-ля-ля, тут что? Смотрите, опять. Узнаю этот стиль. Снова он. Да-да-да, я тоже узнал. Чувак, ты что, совсем не хнул? Слушай, парень, просто отпусти меня. Я отведу тебя в безопасное место. У нас есть припасы. Давай со мной, я могу вывести тебя отсюда. Безопасное? Кому интересно? Безопасное? С какой стати мне уходить отсюда? Тут все на стадии творения. И скоро станет идеальным. Все, что нужно, это мое вдохновение. И твоя кровь. Чувак, ты что, совсем рехнулся? Не дергайся. О, черт! О, черт! Помогите! Помогите мне! Да не дергайся ты! Итак, займемся искусством. Охренеть, искусство. Не повезло, Райан. И это он называет искусством? Кровавая расправа. А мне больше интересует, для чего он это все делает. Еще один коммуникатор. Наверное, Райана. Эти тоже из Мёбиуса. У них может быть что-нибудь полезное. Журнал коммуникатора Тёрнера. Я настроил свой коммуникатор так, что он теперь ловит сигналы церебральных чипов. Я обнаружил остальных охранников. Вернее, то, что от них осталось. У них могут быть припасы. И они им вряд ли понадобятся. Все эти чипы передают сигналы из мертвых мозгов. Даже так. На карту нанесены места погибших агентов. Вот они все, да? Ух, ёл, сколько их здесь. Так, это мы при помощи таба можем смотреть. Ну что, вроде бы как все, здесь нам больше делать нечего. Ох, ё! Черт, куда он делся? Опять он меня подловил, в очередной раз. Что тут такое? Опять мы куда-то с вами попали. Исследуем. Что за чертовщина? Мерзость. Жесть, три головы. Оу. Ну-ка. Что такое? Еще один. Обожаю этот обрез. Так, я смотрю, здесь порох и какая-то, я не знаю, фотостудия или что-то типа того. Очень много компьютеров, причем довольно-таки древних. 300 гелий. 13 тысяч гелий уже в общей сложности у нас. Пора бы, наверное, слетать и улучшиться. Вот у него снимки, да, смотрите. Горло перерезанное, глаза. Еще гель. Выстрел в голову, зубы. Жесть. И я что-то не понял. Выпустите меня отсюда. Ха. А выход... А, вон. Нет, подожди, это не дверь. А может быть, ее можно отодвинуть? Ага, точно. Эксит, выход. Yeah.
это слишком. Даже для этого мира. Убежище Анила вот здесь. Пойду, что ли, расскажу ему последние новости лично. Я только за. Заодно мы с тобой патрончиков наделаем, и надо будет слетать. В кабинет улучшится. Так, давайте, наверное, сбегаем, улучшимся для начала. У нас к тому же есть ключи. Будем открывать сейфы. Верстачок. Угу. Что мы сможем сделать так, для нашего обреза? Огневая мощь. Сколько требует? 105. А, 90 деталей. 120. А вот сюда уже не хватает. Особые детали оружия. Где их взять? Ума пока не приложу. Дальность. 50. 160% дальности. Давайте, наверное, гарпунный болт улучшим. И не хватает. Все, ребята, у меня, по-моему, 30 деталей всего осталось. Ничего я больше сделать не смогу. Угу, так оно и есть. Нет, не получается. Тогда давайте создавать предметы. Патроны. Сколько можно сделать? Ага. 5 штук получается. Могу одну аптечку. Электроболт. Получается 1. А, нет, 2. Это хорошо. 2 гарпуна. Так, патроны для дробовика. Сколько еще, по-моему, 2. Да, еще один я могу сделать. И 20 патронов. Вот так. Ну, а шприц и аптечки, я думаю, не стоит делать. Их и так очень много в игре разбросано. Найдем лучше. Где у нас кресло-то, а? Я уже забыл. Где-то же здесь должно стоять. Да что ты будешь делать? А, вон оно. Сейчас повысим себе навыки. Намного хватит, я не знаю. Чик. Вы что-то принесли с собой? Ключ? Отлично. Некоторые ключи открывают двери восприятия. Но этот не такой. Этот ключ попроще, но тоже полезный. Ну что же, давайте тогда открывать. Не бойтесь. Открывайте. От содержимого больше пользы в ваших руках, чем тут, в заперти. Поехали. Ага. Порох 10. Аптечка. Шприц. Взять даже не могу, елки-палки. Патроны для дробовика тоже не могу взять. Все, кончились ключи. Ну, теперь давайте тогда изучать навыки. Так, 13300 у меня зеленого геля. Сколько требуешь? 3000. Тут тоже 3000. Атлетизм. Восстановление. Скрытность.
Я даже не знаю, что лучше-то изучить. Хочется все, да слишком дорого стоит. Видите, против некоторых врагов бутылка может не сработать. Сложнее будет вас обнаружить. Передвигаться быстрее, тут вторая степень. Так, 11 000. Неплохо, в принципе, да? Так, 8 300. Так, что у нас здесь по бою? Давайте посмотрим. Пять тысяч еще осталось. 7 500 нужно. Слушай, я не видел, чтобы там сильно уж дрожало у меня оружие. Все, 2 300, наверное, уже ничего не смогу себе улучшить. А нет, вот здесь увеличивает максимальный показатель шкалы здоровья. Все, спасибо. Я не понимаю. Это место. Вы совсем как в маяке. Но ведь это не маяк, это Юнион. Правда? Здесь все такое знакомое. Эти стены, этот стул, вы. Для меня будто совершенно ничего не изменилось. Здорово просто. А может быть, маяк тоже была ихняя разработка? Просто нам не говорили об этом. Так, что у нас здесь? Надо возвращаться. Давайте-ка, наверное, сбегаем еще в кабинет, глянем. Кошак, хорош там скулить уже. И вроде бы вообще ничего нету здесь. Так, у нас с вами один слайд есть, который мы нашли. Давайте глянем его. Так, этот видели. И все. Да, ценный, конечно, был слайд. Какой-то, короче, был пожар. И, по ходу дела, или в лечебке, или... Ну что же, пора, наверное, выходить отсюда. Записаться здесь или там, а? Давайте-ка мы сейчас, наверное, с вами запишемся здесь. На худой конец потом перезапишемся уже там. Давайте, новая ячейка. Все. Убежище Онила. Ладно, пойдемте теперь найдем самого Онила и поболтаем с ним. Погоди, Себас. Давай-ка обратно. Мы еще не поболтали. Погоди, я что-то не врубился. А где у нас Онил-то? Так, это на улицу выход. Здесь ничего нет абсолютно. Ладно, пойдемте обратно. Ага, вот он. Ну, здорово, Онил. Ты нашел их? Они мертвы. Но судя по тому, что я видел, без них будет безопасней. Они собирались убить здесь всех и каждого. А, ситуация Альфа-1. Не самая плохая идея, должен сказать. Но ты даешь, Онил. Ты просто нечто. Я просто реалист. Всех спасти нельзя. Это невозможно. Не зря придуманы экстремальные протоколы. Если бы они не создали эту дурацкую машину, никаких протоколов бы не понадобилось. Возможно. Но посмотри, что они сделали. Это же невероятно!
Да ты просто образец корпоративной этики. Надеюсь, тебе воздастся за твою лояльность. Потому что пока компании насрать на тебя. В смысле? Они же тебя сюда прислали, нет? Прости, я не хотел тебя разозлить. Вот, сделал для тебя еще немного. В качестве благодарности. Задание выполнено, необычный сигнал. Чё ты мне сделал-то, я так и не понял. Сохранится или нет? Ну, вроде бы сделать мы ничего не можем здесь. Патроны у нас на максимуме. На верстаке мы все сделали, что можно. Может быть, поговорить с Унилом? Скажи. А у него ничего ценного нету. Ладно. Тогда давайте сохраняться и будем, наверное, с вами на этом завершать нашу серию. Всем спасибо большое за просмотр. В скором времени мы с вами увидимся и продолжим проходить эту замечательную игру. А на этом все. Всем пока и до скорых новых видосиков. Удачи вам!